немножко не в лучшей форме подошла и боролась больше тактически, почти не бросала я. За выход в финал, ну, чуть-чуть не хватило мне, может быть, понастойчивее надо было быть. В конце остановилась, меня наказали. Обидно, хотела выиграть. Честно, расстроилась за выход в финал, то, что проиграла, сильно расстроилась, но собралась. Я знала, что нужна медаль, но нужна медаль в первую очередь не мне для себя, а для страны. Нужна хоть бронза, медаль.